Бендерский городской совет провел внеочередное заседание президиума. Депутаты обсудили вопросы, которые войдут в повестку дня предстоящей сессии. Депутаты рассматривали вопросы, решить которые необходимо в первоочередном порядке. В их числе подготовка к предстоящим выборам президента. Участковые избирательные комиссии свою работу уже начали. Проголосовать досрочно можно с 6 по 9 декабря в территориальных избирательных комиссиях, с 10 по 11 декабря на своих участках. Депутаты также обсудили предложение госадминистрации в части применения нового механизма расходования средств дорожного фонда. Они касаются проведения некоторых видов работ по выполнению среднего и капитального ремонта городских дорог в зимний период. Для выработки оптимального варианта совместная работа городского совета и госадминистрации будет продолжена.